Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы давно не снимали с Мишей каких-либо роликов, и вот наступило время, пришел срок нам поговорить, на мой взгляд, на одну из очень увлекательных и, может быть, даже в чем-то практических тем – славянская астрология. Ты не стоял на месте, за все это время продвинулся достаточно хорошо в этом деле, помог многим людям разобраться, кто они есть, какие у них есть проблемы, с чем нужно справляться, какие есть сильные качества, что нужно улучшать и увеличивать. И вот давай поговорим о том, хотя уже в некоторых передачах поднимали этот вопрос, насколько, на твой взгляд, астрологические все расчеты, не просто какие-то там прогнозы, а именно расчеты, помогают человеку в жизни? Основное, что вижу, все-таки многое зависит от того, используем ли мы эту информацию в жизни, или же мы пускаем все на самотек. Или, говоря проще, нужно будет в любом деле практика. То есть вот эта теория, она должна подтвердиться практикой, которую человек применительно к какому-то к себе или какому-то событию, какому-то явлению он проверил это, и после этого он уже получил какой-то опыт. И вот после того, как его информация через практику переходит в знания, можно уже говорить, что в том числе и астрология может быть ему полезна. Вот. Но твой опыт что показывает? Все-таки сходится, не сходится, совпадает, не совпадает? Для большинства, я думаю, именно познание мира через вот движение планет, да, и влияние их на судьбы людей, там, да и всей нашей Земли, оно будет соответствовать действительности и в большей мере будет попадать. Потому что чем менее мы неосознанно живем, тем больше нас вот эти вот все высшие силы и не только двигают очень жестко в каких-то рамках. Но сначала на первой стадии это все будет именно непонятные пинки, толчки от мира и претензии к миру, что мир плохой. Дальше, вот как раз уже на второй стадии, я думаю, можно подключать астрологию. Первая стадия, когда человек считает, что он лучше всех и все ему должны, а он, соответственно, и так идеален, то как бы его будет учить жизнь. И больно будет учить жизнь. На второй стадии, когда человек начинает понимать, что он видит какие-то закономерности в жизни, что ситуации повторяются с определенной периодичностью, и видит определенные свои реакции, которые ему на первоначальном этапе трудно контролировать, то вот здесь уже может быть полезна астрология, потому что она позволяет заранее предвидеть. Ну, я бы сказал, лучше все-таки обращать внимание на неблагоприятные сначала моменты для себя или для своих близких и как бы заранее, что называется, подстелить соломку. Вот на втором этапе это уже будет плюсом астрология. На третьем этапе это уже будет интересно астрология тем, что ты сможешь самостоятельно, как бы попрактиковав с собой, а затем, если тебе это действительно интересно, ты сможешь с ней разобраться, начинать помогать уже другим. Вот. Ну, четвертый уровень, когда люди непосредственно уже настолько развиты целостно, да, можно так сказать, что на них можно сказать, что влияние астрологии будет минимально. Но это не из-за того, что астрология не влияет на них, а из-за того, что люди сами способны, им дается возможность брать повышенную ответственность с пониманием за каждое свое действие или бездействие. И тогда получается, что со стороны это может быть выглядеть как человеку, как с гуся вода, на него негативное не действует, а на самом деле это определенный уровень, когда любое действие, любое явление человек способен направить на пользу себе и другим. Но, как говорится, я думаю, до вот этой стадии нам пока загадывать не стоит. А вот люди, которые хотят начать понимать сначала
закономерности, которые происходят в их жизни, видеть свои слабые места. И с чем я еще, кстати, столкнулся? С тем столкнулся, что вот приходят люди, когда знакомые там пытаются через астрологию понять себя, понять свою жизнь, то не раз, так чтобы не обидеть, наверное, я бы сказал, много было таких случаев, когда люди хотят, чтобы им рассказали, какие они хорошие и замечательные. А еще желательно упомянуть при этом прошлое, потому что на самом деле, вот чем астрология интересна, что в ней пусть и примитивном таком уровне, то есть там как бы можно понять, где плюсы, где минусы, и принесенные человеком из прошлого, наработки с прошлого. И благодаря этому понимать, где у него именно тот фундамент, на котором может опереться, и спокойно в трудной ситуации себя вытащить из своих близких. И в то же время понимать, где у него слабое звено. И тогда вот есть пример, цепочка, состоящая звенья, рвется именно по самому слабому звену. Вот у нас много разного опыта пройдено. И есть опыт, который мы еще до конца не проработали. Он нас постоянно заставляет его изучать, прорабатывать и находить более верное решение. И вот по этому слабому звену бывает у нас вся конструкция может и порваться. И вот я бы советовал тем людям, которым это будет интересно, в первую очередь не обращать внимания на то, какие мы замечательные и прекрасные в прошлой жизни там были великими и могучими, а обращать внимание на свои слабые стороны и именно изучать их, изучать закономерности. И закономерности какие? Вот где у нас непроработка, у нас с определенным интервалом идут экзамены. Прям они как, если мы пытаемся от них убежать, то вот с углублением, с усугублением, с углублением, и вплоть до того, как пример ты приводишь, место, где сплошные плюсики. То есть вот, чтобы до этого не доводить, может быть очень полезна астрология. То есть начинаем с себя и начинаем со своих слабых сторон, пытаясь их понять, принять, и после этого, уже понимая, что у нас есть слабые стороны, заранее, когда предстоят периоды экзаменов, вот заранее стелить себе соломку. А эта соломка, кстати, может стелиться именно бескорыстными делами, вот честными такими, добрыми, искренними делами. Они в какой-то мере способны в трудной ситуации подвести к нам нужных людей, подвести к нам источник информации, который поможет эту ситуацию пройти наилучшим образом. Угу. Ну, давай так подведем итог нашей сегодня встречи. Дальше мы в следующих продолжим развивать тему. Другими словами, астрология человеку нужна для... В первую очередь для познания себя, своего места в мире. И чем она интересна? Тем, что можно наглядно предсказывать ближайшее будущее, чуть там подальше. Ну, основное, допустим, месяцы, годы, да? Десятилетия пока можно не загадывать, но можно, понимая, как будет разворачиваться твоя картина жизни, когда будут спады, когда подъемы, можно более верно планировать свою жизнь, и при этом будет польза и тому человеку, кто это делает, и как минимум его близких. Потому что когда человеку хорошо, когда он счастлив, он способен сделать счастливыми других. Ну вот вкратце так. Хорошо, благодарю. В следующих наших встречах мы рассмотрим более углубленно, что такое астрология с точки зрения практического применения и на что следует обращать внимание тому, кто занимается расчетами, и тому, кто пришел услышать о себе что-то. Что нужно услышать в первую очередь? Хорошее, плохое? Если хорошее, для чего? Если плохое, для чего? Ну и как вообще быть счастливым? На сим с вами прощаемся, желаем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.